объявит только Андрей. Я не буду этого делать, потому что я ревную. Ну, я думаю, что зал должен угадать, кто сейчас выйдет на эту сцену, потому что она получила гран-при на конкурсе поп-рок-исполнителей в Пхеньяне в 89 году. У нее был гран-при на конкурсе стран СНГ в роке только девушки. Это певица, которая никого не оставляет равнодушным. Если бы она послала свою кандидатуру на конкурс «Мисс Мира», она бы там победила не хуже Оксаны Федоровой. Конечно, конечно. Я помню, ты даже носил ее на руках. Я все помню, да. Все мужчины страны мечтают носить ее на руках, потому что это несравненная Маша Распутина! Звездам искала к тебе. Я по лунной дорожке к тебе прибегала, чтоб любовь не замерзла в твоем декабре. Я ее майским сердцем своим согревала. Подари мне это небо, подари мне дым любви, чтобы и дождем, и снегом стали мы с тобой одним. Подари мне это небо, подари мне дым любви, чтобы и дождем, и снегом стали мы с тобой одним. И по
Распутина! Все мужчины мира готовы подарить ей не только лето, но и зиму, осень, весну, все 4 сезона и все розы города Сочи, несмотря на то, что они здесь стоят дороже, чем в Москве в 2 раза!